показываю прилегающую территорию к отелю, да? Вот эти вот отели. Мы остановились здесь в поездке. И сейчас покажу, что вот в обыкновенном отеле, который дешевым считается, вот эти вот отельные домики там. Что здесь есть? Все здесь ухожено, все здесь подстрижено. Вот там кокосовая пальма, вот там вот кокосики такие красивые. Кокосики висят, да? Видно? Ага. Такие большие, да? Ой. Кокосовая пальма. Вот, и что здесь на этой прилегающей территории к отелю имеется? Имеется бассейн. Карточку свою вставляешь и заходишь в бассейн. Так, а имеется бассейн. Вот такой вот. Не пойду я. Нет, здесь не по карточке, а он, наверное, просто открывается. Не знаю. Может быть, вот так вот и вот так. Ой, у меня рука занята. Ну ладно, я бутылку держу в руке. Вообще-то не мешало бы в бассейн зайти. Сейчас я попробую туда проникнуть. Тем более бассейн с фонтанчиком. Такая перевалочная территория для туристов. Перевалочная территория для туристов, которые едут дальше. Все равно проникну сейчас туда. Пальмы. Моя веерная пальма, моя замечательная, которую я просто обожаю. Вот она. Но это вот какая-то такая старая. Вообще их очень люблю. Мне они очень нравятся. Верно называется. Она похожа на веер. Так, это, наверное, клабхаус. Это вот, ну, в комплексах любых называется административное помещение. Как клубный домик. Так, ну что ж я не могу сюда попасть, интересно. Или нужен ключ? Сейчас попробуем, если только получится. Вот такое все ухоженное, вот чисто типичное. Ой, ну хоть. О, открылось. Все открыло. Это моя кока-кола. Опа, и пошли сюда смотреть на фонтан. И пошли смотреть на фонтан. Бассейн с фонтаном. Вот это инвалидное кресло. Вот кто не может опускаться в воду сам, ходить по ступенькам, инвалид, да? Вот это белое кресло садится, и оно со специальным устройством, там кнопка нажимается, и инвалидный человек погружается в воду. Вот везде есть при бассейнах вот такие вот кресла, и не одно. Вот такие удобства. И такой фонтан. Ну, сейчас же январь у нас, да? Я уже говорила. А январь какое? 17 число, конечно, прохладно. Здесь температура прохладная, поэтому купающихся нет. Ну, вообще, конечно, они, американцы, не очень-то заморачиваются. Дети, да. А так, чтобы были бассейны прямо при отелях набиты людьми, нет. Смотрите, какие кокосы классные. Такие классные кокосики. Вот туалет. А, нет, это комната для обслуживающего персонала. Вот здесь есть водичка питьевая. Нажимаешь, откручиваешь. Вот так вот. И она течет, можно попить.
Так, это выход второй. Написано не нырять, потому что, наверное, бассейн мелкий, безусловно. Нырять в него нельзя. Ну, вот такая вот фонтан. Ну, самое, конечно, экзотическое для Советского Союза людей, конечно, это кресло, которое опускает инвалида в воду. Вот оно. Вот такое вот. Вот. Вот это сачок. Уборщик утром будет вылавливать вот этим сачком листья из бассейна. Они все время как-то так работают. Вот. Ну вот оно, кресло вам, пожалуйста. И вообще не только инвалид, а любой пожилой человек садится, там как-то крутится и очень легким нажатием руки опускается в воду. Ну все, идем дальше. Прохладно сейчас у нас где-то градусов, может, вот 18, вот так вот прохладненько. Для января месяца это, конечно, нормально для Флориды. Так, но открыться моя не могу, надо двумя руками, поэтому заканчиваю. До свидания, приезжайте во Флориду отдыхать, приезжайте посещать, приезжайте даже жить. До свидания.